Капитальный ремонт домов в Старом Осколе затягивается. В срок до конца сентября подрядчики не уложились на 20 объектах. Работы они завершат, но уже попадут под штрафные санкции. Все зафиксировано у регионального оператора. Теперь это все идет со штрафными санкциями. Каждый день просрочки – это штраф. Поэтому подрядчики сами теперь заинтересованы, как можно скорее закончить. Новый крайний срок завершения капремонта 20 октября, а на 5 объектах работы могут затянуться аж до декабря. Это касается домов, где генподрядчиком выступала московская организация «Специжстрой». Фирма неоднократно нарушала условия договора, затягивала работы, а недавно строители попросту пропали с объектов. В администрации округа было принято решение разорвать с ней контракт. Теперь на 5 домах, где работала фирма, ищут новых подрядчиков.